веками оружие ковала. Веселые, молодые, активные. Под гитару они репетируют гимн города оружейников. Его тульская делегация выбрала в качестве визитной карточки на 19-м Всемирном фестивале молодежи студентов в Сочи. Художники, спортсмены, студенты, стипендиаты федеральных грантов, молодые ученые. Им есть что рассказать и чем поделиться с такими же молодыми людьми с разных уголков планеты. Георгий Пешехонов, например, знает, чем увлечь подростков. Студент руководит общественной организацией «Юная Тула». В этом году он победил в региональном этапе конкурса «Лидер 21 века». Я записан на площадку гражданскую платформу развития. Вот. Хотел бы, как бы рассказать о опыте работы в городе, как бы, соответственно, в детской организации, в которой я вырос и сейчас работаю. Валентина Гринко досуг подрастающего поколения организовывает в детских лагерях. Девушка работает вожатой. На фестиваль приехала за новыми впечатлениями и идеями. Очень жалко, что не каждый смог попасть сюда, не каждый сможет все увидеть, масштабы такого огромного мероприятия. В общем, ждем только всего самого-самого наилучшего от этого фестиваля. Тульская делегация самая многочисленная на Всемирном форуме молодежи. Регион представляют 225 человек. Поддержать их приехал Алексей Дюмин. Желает ребятам не только интересно, но и с пользой провести время на форуме. Ведь сейчас они лицо Тульской области, а фестиваль – возможность рассказать о регионе всему миру. В ответ молодые лидеры просят Алексея Дюмина поделиться секретами успеха. Ты ставишь перед собой цели, достигаешь, еще другую цель ставишь, тоже ее достигаешь. И все со мной так получается. Главное не бояться трудности, не пускать руки, идти вперед. Ставить цели, достигать эти цели, побеждать везде и во всем. Ну и успех сам придет. Каждый регион большой страны уникален, богат своей историей и традициями. С ними участников фестиваля знакомят на выставке в медиацентре Олимпийского парка. Кто-то привлекает космическими технологиями, как на стенде Московской области, Санкт-Петербург погружением в эпоху Петра I, а Тульская область предлагает совершить экскурсию по нашему региону. Вместе с гостями фестиваля ее проходит Алексей Дюмин. Стенд разделен на три зоны – создавай, изучай и открывай. Узнать о Туле как оружейной столице можно, постреляв по виртуальным мишеням. Вот уже Тула мастеровая. Левша чеканит монету на память. С одной стороны на ней герб Тулы, с другой – эмблема фестиваля. А можно на пару минут и самому стать кузнецом. Можно еще одну, монету? На. Спасибо большое. Я могу вообще присутствовать поработать. Третий час. Музейный экспонат, подкованная блоха, еще одна изюминка тульского стенда. Ювелирную работу можно разглядеть лишь в микроскоп. Рядом совершить виртуальную экскурсию по музею оружия и Ясной Поляне. Стенд Тульской области – один из самых популярных среди гостей фестиваля. Ведь отсюда частичку Тульского края можно забрать с собой. Ребята из Ростовской области, например, везут домой тульский пряник, расписанный своими руками. В этом году была на форуме «Ладога», которую организовала Русмолодежь, и познакомилась с коллегами из Тулы. Они мне привезли в качестве сувенира тульский пряник. И вот сегодня, оказавшись здесь, на фестивале, и подойдя к выставке «Регионы России», к Тульской области, не могла пройти мимо. Увлекательная неделя ждет тульскую делегацию. Мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи с интересными людьми, а еще знакомство с научными достижениями. Молодые ученые расскажут о своих наработках в области авиа, кораблестроения, IT-технологий, атомной инженерии. В этом зале экспонаты подтверждают, завтра начинается сегодня. То, о чем еще недавно только мечтали, уже работает. Например, опасные радиоактивные отходы больше не нужно захоранивать. Они могут стать источником мирной энергии. Занятия по интересам на фестивале найдет каждый. Тульские ребята уже строят планы. Я в направлении журналистики участвую, и мне очень хочется написать такую книгу о Всемирном фестивале молодежи студентов 2017 года, поэтому я активно знакомлюсь со всеми участниками, разговариваю на иностранном языке, познакомилась с ребятами из Мексики, с Перу сейчас на данный момент. Меня сегодня очень заинтересовали мастер-классы от знаменитых танцоров. Они будут показывать свои танцы в различных направлениях, таких как дэнс-холл, contemporary и экспериментальная хореография. Так как я танцор, мне это очень интересно, хотелось бы попробовать себя. Представить регион достойно, наставление тульской молодежи дает губернатор. Вернуться в Тульскую область ребята должны с новыми идеями, как сделать жизнь в регионе еще интереснее. Вы сегодня управляете Тульской областью, вы сегодня за губернатора, за все правительство. Я немножко буду в стороне, поэтому карты у вас в руках. Значит, ваше время настало, дерзайте и все делайте для того, чтобы Тульская область гремело на весь мир. Мы это заслужили. Вперед! Обещаем!
Фестивальному движению в этом году исполняется 70 лет. Россия принимает слет молодежи в третий раз под девизом «Вместе со всей планетой». 20 тысяч участников со всего мира проведут в Сочи незабываемую неделю. Закроется фестиваль 22 октября, но дружба, которая зародилась под жарким солнцем Краснодарского края, только начинается. Екатерина Старцева, Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.